Это «Давеча», и мы продолжаем. Крупная авария в центре города. Сегодня на улице Ленина у дома номер 99 столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие. Подробности рассказали в госавтоинспекции. На улице Ленина у дома номер 99 произошло столкновение трех попутных автомобилей – Hyundai, Chevrolet и Газель. В результате происшествия 4 человека получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия автомобильной аварии.